Я читала ваш файл. Хочу, чтобы вы сами рассказали свою историю. Мне не нужен психолог. Мне надо уйти. Я была на 8-м месяце. Что случилось? Похоже, ребенка забрали. Сибил? Вставай. Вставай. Ваш ребенок умер. Я говорю вам правду. Травма раннего детства. Длительное психическое заболевание. Невротические иллюзии. Знаю, вам надоело то, что вас удерживают против воли. Это ненадолго. Это она. Сибил. Сибил, вы что-то слышите? Или видите что-то необычное?